Кадры, которые мы получаем в эти минуты, премьер-министр Дмитрий Медведев отвечает на вопросы журналистов российских телеканалов. Общение в таком формате уже стало традиционным. Это встреча восьмая. В разговоре участвуют журналисты телеканалов ВГТРК, НТВ, Дождь, РБК. От нашего канала автор и ведущая программы «Воскресное время» Ирада Зейналова. В центре внимания актуальные вопросы, которые касаются работы правительства. Одной из первых тем стала экономика. Дмитрий Медведев заявил, что падение производства в России остановлено, а в следующем году уже должен быть рост. Подробности в наших следующих выпусках. Всего доброго и до встречи.